Всем привет, мои дорогие! Давайте сегодня приготовим очень вкусный, сытный и быстрый завтрак из лаваша, который непременно придется вам по вкусу. Лавашу при помощи тарелки придаем форму круга. Нам понадобится два таких круга. В миску разбиваем два куриных яйца, добавляем соль по вкусу и все хорошо перемешиваем. Сковородочку смазываем растительным маслом, отправляем первый лист лаваша. Далее сыр, натертый на мелкой терочке, и яйца. Затем отправляем начинку. Начинка может быть абсолютно любая, по вашему вкусу. У меня сегодня вареная колбаса, свежий помидор, зеленый лук. Все засыпаем оставшимся сыром. И накрываем вторым лавашом. Обжариваем на сковородочке на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. И вот такой очень вкусный и сытный завтрак или перекус уже на вашем столе. Всем приятного аппетита! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Со мной просто и вкусно!